Часто можно услышать, что современные люди, несмотря на новейшие технологии, ничего не успевают, все куда-то спешат, некогда жить, говорят они. Что на самом деле происходит? Что время стало быстрее бежать? Даже некоторые так говорят, сейчас время быстрее бежит, чем раньше. Да, да. Это многие говорят, и даже говорят вот так, говорят, раньше, когда-то старцы, правда, где-то в Библии написано, что время будет идти быстрее. Есть такой момент, да. Я думаю, время все тоже. Помню рассказ одного батюшка, который так удивился, что ему сказали, что время быстрее бежит. Говорит, в Иерусалиме, на гробе Господнем, ну, вы знаете, этому явлению, храму, сколько веков? 4 век, первоначально, же очень давно, 1500 лет. Поэтому там много такого, что есть, например, лампада, которую поставили, вот уже, скажем, стоит она 800 лет там. И этой иконы, там, скажем, около 1000 лет. Мы знаем эти вещи, да? Там есть сосуды, в которых хранится елей. Лампада масла, закупают его. Когда он дешев, сбор елея. И потом в течение года заправляют лампады. Сколько закупали 100 лет, 200-300 лет назад, столько закупать сейчас. Хватает на год. Вот проверочное действие. Значит, сгорает 100, сколько раз, одинаково. Так вот, он мне рассказал, ты говорит, да где же быстрее? Ты говорит, все то же. Так вот, я думаю, мы суетиться стали больше, поэтому теряем ощущение вот этой жизни. Только бежим по жизни, а не идем. У меня это тоже было. Помню, в какой-то день, мне трудно сказать какой, но я помню четкое состояние, я бегу в церковь из дома, и вдруг себя ловлю, я уже сейчас приеду, прибегу в церковь, потный, уставший. И сам себя спрашиваю, ты зачем бежишь? Сам себя спрашиваю. Опаздываете, наверное. Именно так, опаздываю. И сам себе сказал, кто тебе мешал выйти на 15 минут раньше? Стал заводить будильник пораньше. И сам говорю себе, вдруг не высплюсь. И сам себе говорю, ляг раньше. Нет, тогда все равно вставай. И хожу теперь тихо-тихо, не тороплясь. Не торопясь. И мне удается во время дороги и помолиться, и увидеть, как цветочки меняются, и как осенью шел, журавли летели, курлыкали, больше красиво встал, полюбовался, было время. Хорошо. В одном месте встал на перекрестке, нюхал осенью, как дымком пахнет, листья жгли. Хорошо. А раньше не замечал этого ничего, потому что бежал. Мы придумали себе суету ненужную. Если мы уберем то, что нам действительно не надо в жизни, у нас окажется масса времени. Великий пост. Если питаться по уставу, я не говорю, что есть, я скажу, сколько раз нужно кушать. Один раз в сутки. Если кто по уставу питается. Кстати, есть целый народ в Африке, эфиопы, которые соблюдают устав. Они едят раз в сутки Великим постом. Эфиопы христиан. Вот знаете, чем я столкнулся, когда так стал жить? Что меня поразило? Столько свободного времени много, магазин хоть много меньше, посуду мыть много меньше. Да на что постнут, без масла, да, сполоснулся. Готовить много меньше времени. Мусор носить, его теперь мало. Я был потрясен тем, чего не ожидал. Оказывается, жизнь какая большая, времени так много. И стало время книжечку почитать. И на лавочке даже в сад выйти посидеть, пускай даже снежок лежит, подышать свежим воздухом. Поэтому мы придумали себе слишком много суеты. Нам же не нужны. Нам же не нужны. Поэтому думаю. Если кажется, взглянется, что суету убрать, легко будет. Какие-то сбитые факты. Чтобы мне доехать до места работы на машине, я живу в Москве, нужно 5 часов. Ну, 4, ну, 3, если удачно. А без машины час. Здесь тоже можно время. И тут время сэкономить. И плюс не надо кредит платить за машину. Поэтому суетиться больше работы. Ну вот, пример. Будет время. И так другие вещи. И так другие вещи. А вот чтобы, да, выйти вот так из подъезда, посмотреть на обхарканное крыльцо, на окурки лежащие и наслаждаться жизнью, да, наверное, не очень захочется. В сторону отойти и нюхать выхлопные газы машин. Что здесь хорошего-то? Ну, что здесь хорошего? Ладно, нет, все, на балкон выйду и буду слушать, как матерятся соседи, ругаясь. Ну, это тоже не отдых. Ну, тоже, ну, вот суету убавил. А что добавить? А, может, еще маленько добавить? Продам-ка я свою квартиру городскую. Продам.
Куплю в деревне домик, еще куча денег останется, кстати. Даже на ту же машинку, только без кредита уже. И буду выходить на лавочку, наблюдать на красоту, дышать красотой, слушать тишину. Хорошо. Хорошо. Придумали много ненужной суеты во всем. Прошу прощения, еще один момент из жизни взятый. К сожалению, жжет. Я его не раз говорил. Я услышал слова одной девушки. Молодая, не замужем еще. Она сказала, какой ужас. Причем она сказала очень низкое сердце с большим стрессом внутренним. Я узнала, это было 2 года назад, не сейчас, я узнала, что этой весной будет мода зеленого цвета. Я перебрала все свои кофточки, у меня ни одной зеленой нет. Какой ужас! Надо немедленно находить деньги и бежать покупать что-то зеленое. Ну вот, вот она придумала себе суету. Вот она будет зарабатывать, бежать, потом возьмет взаймы, отдавать, искать. А на самом деле, нужда вот такая есть, на самом деле, реально-то. Суеты много придумали, ненужные суеты.